Я изменил свою жизнь и заинтересовался русской культурой. И все те образы светлые, которые в этих книгах описаны, они все воплощаются. И все будет так, как там написано, и будет родная партия, народная партия, в которой будет вечевая форма управления. И это будет партия большинства, и будет вся Россия в цветущих садах. Важность всего нашего события в чем заключается? Что мы сейчас принимаем решение то, которое нас интересует. В чем заключается функция участника Координационного совета? Участник Координационного совета, в первую очередь, он, скажем так, на него замыкается часть членов нашего регионального отделения. То есть, грубо говоря, звено. Верно. То есть, получается, взаимодействие происходит. Вот, допустим, вот мы собрались, Виталий, Евгений, я, да? Вот звено. Допустим, у нас звено. Правильно. Вот мы, получается, допустим, один из нас в Координационном совете, да. Мы. А остальные помогают тебе. Да, помогаем. То есть ты можешь на них рассчитывать, да, и вооружать, да, их своими. Да, это, да, понятно. Да, да. То есть, получается, я просто уточняю, о чем была речь. Просто не все были, просто я как, да, бы... Да, да, да. Чтобы, получается, вот смотрите, по сути, звеневая система. По-хорошему, конечно, сейчас можно было бы разбиться на звенья. Из этих звеньев каждый бы выбрал вот сюда вот члена регионального отделения. Понятно. А звеневая система — это же коммунисты, да? Ну, социалисты. А звеневая система — это наши пятерки. На самом деле. Ну, смотри, то есть это звеневая система, ну, это же самое, что десятники, правильно? Да. Наподобие. Да, суть такая, просто она поменьше, чуть-чуть минимизирована. Усеченные десятники, ну и понял. Получается, суть когда такова. Когда партия будет расти, тогда будут, тогда появятся десятники. Нам пока по силам звенья. Да. Да, пока, десятки, ну, мы еще не доросли. Осилить надо. Да. Подписывать потом еще. Так, друзья, это самое. Пока у нас прения не начались, давайте небольшие правила введем. То есть первое, у нас светлые образы при выступлениях. Отлично. Второе, позитивная эмоция, энергия. Угу. Третье, выслушиваем до конца, но сразу лимит по времени 2 минуты. Но если очень интересно выступает человек, то никто его не перебивает, мы слушаем. Но через 2 минуты мы можем спокойно остановить человека. То есть любой желающий может его остановить. Какие еще пожелания, предложения? Не просто там по делу. То есть говорим все по делу, а если человек говорит не по делу, то можно перебивать. Так, что дальше? Нет, 2 минуты. Все равно 2 минуты не трогаем. Все равно. 2 минуты не трогаем. А. Кто, ну, там следующий заполняет? Дай бумагу. Здесь кончилось. Ну вот. Ну тогда это тебе. Еще предложения есть какие-то? Дальше. Если человек нарушает, допустим, начинает негативный образ говорить, то мы ему даем, ну, как бы отпуск на 5 минут на улицу пообщаться с солнцем. Подышать. Пообщаться с солнцем. Посмотреть на солнце. Отпуск. 5-минутный отпуск. Для общения с солнцем. В будку к Прохору там. Давайте проголосуем за такие предложения. Я за позитивное. Единогласно. Это между нами. Это между нами просто. У нас самое главное то, что между нами, не то, что бумажки там. Вчера тебя пересматривали. Коля, фильм. Там круг витают чистые и ясные глаза редки. Yeah.
тайное, это когда мы выбрали кандидатов, допустим, 5, да. И потом тайно мы ставим готовый бюллетень. Ты правильно говоришь. Сейчас мы можем пригласить в открытую, предложить. Я хочу видеть того. Смотрите, просто вот я почему говорю. Почему тайное, ребята? Подождите, смотрите. Тайное, знаешь вообще, для чего создана тайное? Для того, чтобы подделывать голоса. Вот эти все тайные голосования, они системой созданы для того, чтобы потом подделать голоса. Понимаешь? То есть тайное голосование для того нужно, чтобы потом подделать голоса и сказать, что вот за него 90% россиян. Я сейчас немножко на диктофон интересные вещи поговорю. Вот смотрите, на самом деле, здесь, конечно, я, ну, это, честно говоря, не на запись, но ситуация какая. Но мы тебя запишем. Мы все равно взаимодействуем с системой, в которой есть свои определенные правила, требования, обязательства у нас перед системой. Соответственно, мы под них вот как раз сейчас вот эту формальность выполняем. Да, правильно. Чтобы мы могли показать, что мы эти формальности все соблюли, все это нами выполнено от и до, то есть все в порядке. Что мы хотим получить на выходе. Чтобы мы знали, что если мы выбираем людей, что мы будем от них ждать, что мы будем от них хотеть, как мы будем им помогать. Чтобы не так, что там выбрали кого-то. И все. Понятно, да? Все. То есть я как бы вот этот момент просто хочу уточнить. То есть ты предложил Сашу в открытую выступить именно для того, чтобы было все прозрачно. Да, как новичковом управлении. Да, ну да, все, я поддерживаю. Да. Просто мы выбираем координационный совет нашего регионального отделения. В том числе мы тогда выбираем и ревизионную комиссию, и счетную мандатную. Нет, все, ревизионную. Кто за повестку дня? Единогласно. Единогласно вообще. Да. Так, ну, предлагаю тогда рассмотреть кандидатуру в региональный координационный совет. Давайте состав. Наша задача вообще максимально объединиться и друг другу максимально поддерживать. На самом деле. Так, вот поэтому сейчас давай за количественный состав, и потом уже будем, кто кандидат. Если мы правильную структуру создадим, то начнут люди приходить. Правильно, Петя? Так нужно структуру. Если мы вечевую систему создадим здесь, у нас правильная система. Вот, то есть задача будет всех вот этих вот РКСников стать десятниками. Так вот тогда у меня вопрос: кто сейчас внес такую мысль, что может быть недоговоренность? Недоговоренность, а одни, допустим... Это недоговоренность. У нас будет, мы будем стараться решение принимать единогласно. Будем стараться. Понимаете, о чем я? Давай 5 человек. Вот правильно, я Сережу поддерживаю. 5 человек. Какая обязанность у этих 5 человек? То есть они обязаны будут заниматься и бумагами, где-то расписываться. Да. То есть они должны постоянно вот этим заниматься. Да. То есть получается, вся вот... Весь документооборот будет на все на этих 5 человек. То есть они должны быть непосредственно. Мобильные должны быть. Ну, чтобы им было удобно. Да. Да, но они могут обращаться к своим соратникам, которые могут чем-то помогать. И, соответственно, допустим, если, вот грубо говоря, у каждого члена ФКС, РКС будет определенная задача, определенная, скажем так, нагрузка, которую он будет нести-выполнять и плюс опираться на своих вот на свое звено. То есть все, что будет входить, то, что ему будет непосредственно распределено, он и его звено будет выполнять. Смотри, Саш, потом еще надо будет такую структуру продумать. Вот смотри, десятники. Их же десятка, она может менять своего десятника. Да. То есть смотри, она должна работать вне зависимости от системы. То есть в системе прописан, допустим, там, Вася, да? А десятка может тут прямо сегодня собраться и сказать, Вася недостоин, давайте пока вот его выберем. И то есть система должна работать по своим правилам, а вот эти все бумажные системные дела, они должны сами по себе параллельны. То есть внутреннее решение, скажем так, важнее, чем решение, которое уже... Но в любом случае максимально согласовывать с тем, что вот есть, потому что внешний контур никто не отменял. То есть мы в нем работаем, и по-другому у нас не получится. Если мы не будем с ним взаимодействовать, то все. Потому что вот я нарисовала, да, вот здесь вот. В десятках, сотнях, ну, именно мужчин. Анют, но я тогда можно тогда немножко пояснение тогда того, что ты говоришь. Ну, в данном случае мы это все понимаем 100%. Да. И поэтому, вот смотрите, по сути, у нас здесь сейчас копа. Понимаете? Да. И женщина здесь присутствует.
То есть здесь мы понимаем, что женщины некоторые отрабатывают мужские качества, им нужно ну, пройти какие-то условия, и вы здесь присутствуете. Никто не против присутствия в партии женщин. Интересно, какое качество отрабатывает Анастасия? Даже, Сереж, не перебивай, не перебивай, не перебивай, не перебивай, пожалуйста. Так вот смотри. О чем вы вообще, ребята? Подожди, давайте по делу. Подождите, давайте, дайте договорить, ребята. Сейчас вы не это. Вот смотрите, ситуация какая. Получается, в партии женщины, это очень здорово. Но мы можем постараться, чтобы в совете были мужчины. Понимаете? То есть именно уже управленцы уже росли, растили мужчин. Да стараться не надо, должно быть гармонично. Она озвучила. Если ты стараешься, значит что-то делаешь не то. Ребят, ну на руки я не получила. Ребят, ребят, понимаете? Понимаете? Просто когда мы изначально, мы когда по правильному изначально закладку делаем, мы как раз вот этот посыл начинаем уже осуществлять. Понимаете? Ну, давайте дальше. И посмотрим, каким результатом это приведет, скажем так. Да. Женщинам весело и задорно войти в ревизионную комиссию. Чтобы женщины проверяли, а правильно ли делают мужчины наши, а правильно ли не поступают. Хорошо, давайте. Понимаете, что мне? Давайте выслушаем каждого. Это вот его вариант. Я считаю, ограничивать женщин в каких-либо действиях или стараться это преступно. Она имеет право на высказывание, на влияние, потому как времена показывают то, что мужчины нифига не могут. Они развалили всю планету. Сверху посмотрите на это все, в какой мы жопе живем. Кто это устроил? Это устроили мужчины. Вот мой ответ. Поэтому я считаю, гармония должна быть во всем. И да, должна принимать участие в этом и женщина. Как и мужчина. Мужчина ответственный за все, но он обязательно должен выслушать женщину. Конечно, вот моя мнение. Конечно. Просто, да, Сереж, ты все правильно. Подожди, Александр, ты все... тебе уже слово давали. Давайте дальше. Аня, ты можешь? Ты уже сказала. Алена, скажи ты, пожалуйста. Я считаю, что человек первонаперво. А человек имеет качества женские и мужские. И управление человек имеет качество тоже. То какое это качество? Какое это качество? Управление. Управление. Это какое качество? Какое качество отрабатывается? Управление. И женщина, и мужчина управляют. Нет, само качество управления. Это чье качество? Нет, ты говоришь за качество. Человека. Нет. Ты человек, нет. Ты не человек. Нет. Я человек. Управленческие — это качества мужские. Здрасте. Ну здрасте, я же не могу родить за тебя. Я же не могу женское качество родить ребенка, отработать. И управление — это мужские качества. Ну я управляю, ну, когда рожаю ребенка. Нет, вы это что? Не управление. Нет, смотри, Саш, смотри, это не управление. Смотри, ты Саш, подожди. Миру. Себя. Не, подожди, если без фанатизма, она же управляет своей рукой. Конечно. Она управляет своим телом. Она много чем управляет. Я управляю своей жизнью. Анастасия, Коля, дайте, мы сейчас уйдем в совсем другую... Анастасия, она... Дай Николаю сказать, пожалуйста. Анастасия, она тоже много чем управляет. Да. Плюс она даже влияет на... Даже представить себе не может, чем она даже влияет на жизнь всей планеты. То есть она управляет много чем. И Мегре не понравилось, когда им управляли. Все верно. Все Но верно. Когда он получил результаты этой деятельности, он все верно. Сказал, когда... Коль, благодарил Коль, ее. Ты все верно говоришь. Так вот. Но она в партию не вступает. Саш, подожди, Виталий. Почему? Она ее просто предложила партию. Можно тоже к прениям вопрос. Смотрите. Да, есть мужская энергия, есть женская. Как должно строиться общение мужчин и женщин? На равных. На гармонии. На равных. Равных – это гармоничные отношения. У мужчины есть своя ответственность, у женщины есть своя. Верно. И учитывать эти все-таки вот тела физические и все остальное все к ним верно. Прилагающиеся. То есть я за это. Все верно. За. Все верно. Я на равных, каждый должен заниматься своим делом просто при этом. Я согласен с тем, что Александр говорит. У каждого тела свое предназначение. Но девушка, она же тоже управляет. Ну, в семье, допустим. Коля, это немножко другое. Смотри. Как-то нужно без фанатизма. А как семья другого? Здесь не фанатизм, ну, вопрос, ребят. Возьмем Европу, Сань. Как семья другого? Вот в Европе все управляют, те, кто не имеет семьи или голубые. И куда они идут? Сереж, это вот важно. Если ты умеешь у себя создать ячейку общества, значит, ты сможешь ее создать страну правильно. Вот смотри, тогда я бы просто обратился... Как не так? Нет, да все так. Смотрите, но момент, который Саша говорит, когда собирались на копу, это мужики собирались. Это были особые люди. Когда они принимали решение, то есть он как глава рода приходил,
И вот эти вот решения, поэтому Александр правильно говорит. Ошибка образного периода. Чуть-чуть не было ошибки образного периода. Была потеря энергии. Кстати. Вот это мужики вот, потеряли свою энергию. А я считаю, что Саша справа. Я считаю, ребят, тоже, что должны быть да, женщины. А кстати, мужчины. Возможно, если бы они собирались тогда и присутствовала энергия, конечно, то не смогли бы вот эти вот князьки обмануть вечевое да. управление. Бог-то создал там и женщину, и мужчину. Потому что гордыня у мужчины выше, чем у женщины. Ну, вот, кстати, возможно. Ребят, смотрите, услышьте. Услышьте, ребят, вы подумайте, физиология, да, здесь есть избранные. Понятие физиологии, наши предки ее знали те, очень хорошо, и если мужчины уже профукали, то поверь, ну, вариантов там не было. Но женщины... Молодец! Поверь, вариантов там не было. Так, не, нет, здесь просто, нет, смотри, здесь вопрос, здесь, смотри, вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите. Да. Поэтому давайте вот сейчас Сашу я поддержим. Нет, вот смотрите, я просто предлагаю тогда здесь просто проявить здравомыслие. Здесь просто идет учет наших, как говорится, опыта наших предков, получается, и наша возможность проверить, а так ли это. Да, давайте. Понимаете, проверим. В чем дело? Да, давай. То есть, по сути, здесь никакого там нет каких-то там, кто лучше, кто хуже, а просто нет, никакой дискриминации. Нельзя ограничивать нет. женщин ни да, в чем. Смотрите, не здесь... надо стараться. Саша. Подождите, подождите, вот здесь нет дискриминации. Давайте здесь мы, наоборот, не хотим помочь женщинам быть женщинами и не заниматься а мужскими. А что ты за них думаешь? Нет, мы можем это сделать просто, из-за них не думать. Давайте тогда вот предложение Саши. У нее спроси, она хочет смотри. Этого? Смотрите, ребят, давайте тогда предложение Саши просто по-другому сформулируем. Я спрошу. Саша предлагает, допустим, чтобы мужчины взяли всю ответственность на себя и выполняли всю тяжелую работу сами, а женщины их контролировали. Ну, они да. были в контрольно-ревизионной комиссии, да. а мужчины... И включали интуицию и да. управляли. Потому что ревизионка всегда может указать, ребят, вы там вот ошибочку сделаете, поправьте свое движение, понимаете? И получается, мы отрабатываем полностью мужские качества, получаем навыки, повышаем да, все. Слышишь? И нас, получается, Саша, если что, где-то смотри, могут Саша, подрулить, если мы что-то сначала, сначала храмы ставили христианские на краю деревни, а потом они стали в середине. Вот ты так же предлагаешь. Мы сначала нет. женщин на край отправим, а потом нет. их вообще, ну, это, давай до свидания. Ну, дело что, нет? Нет. Все так и делается. Нет, нет, где смотрите, ты живешь? Смотрите, вот нас... Я не на Луне, я в курсе. Нет, Сереж, понятно. Бывает. Вот смотри, нас христиане отправили, скажем так, отдыхать, да, ну, вот ведическую, ведические знания. А теперь ведические знания могут, имеют возможность вернуться обратно. Понимаешь? А кто христиан отправил? Тут ну, дело не в том, я, что нет, христиане нет, плохие если ты говоришь хорошие, про эти вещи, пожалуйста, можно с этой стороны посмотреть. Хорошо, у нас получается базар, ребят, давайте тогда так. Два, у нас два предложения. Да? Два предложения. Александр предлагает мужчины... взять ответственность. Я предлагаю, там, допустим, кто там, Аня или Алена, неважно, угу. предлагает, что совместно, или Сергей, допустим, да? Совместно. Давайте на голосование поставим. Координочно. Так, все. Да. Вечер. Да. Значит, мы должны прийти к единому мнению. Да, правильно. К единому мнению, чтобы все были согласны. Значит, давайте договариваться. Правильно ты говоришь. Давайте договоримся. Я поэтому предлагаю получается, да, слово дать я... Сергею Тиханову, он очень рассказывает. Смотрите, чтобы два человека сейчас вроде как две мысли борются. Давайте просто женщин спросим, и они это да. все разрулят. Да, нет, еще раз. Нет, вот скажем, чтобы они ответили, тогда станет Александру и Сергею да. понятно, кто где будет. Женщина, вам ясна мысль Александра? Все, да? тише, давай. Мне ясна мысль. Да, я скажите. Абсолютно за Сашину мысль. Мне она нравится. Пусть мужчины управляют. А мы будем стоять вот рядом, сзади, да, и подсказывать, если что-то нам где-то ну, не так, и что-то не нравится, и тогда этот, ребята, вот давайте вот тут-то, тут-то, сделаем так-то, так-то. То есть именно подсказать, именно подмагнуть, а управление пусть мужчины сами занимаются этими делами. Я совсем не хочу туда, вот в эту комиссию идти и там что-то делать. Я себя там не вижу, и не только себя, и, ну, есть мужики такие у нас, классные ребята, вот и занимайтесь этой работой. А мы уже так вам поможем. Так, Алена? В связи с тем, что я все-таки человек, вот, я от своего управления не отказываюсь. Я буду управляла и буду управлять. Вот. Но хочу сказать вам очень важно. Естественно, мужчина стоит впереди, потому что он рождает. Это факт. Если есть та женщина, которая это осознает, то мужчина, не бойте этих женщин. Держите их рядом. Это сила. Принято. Все.
меня прям уж пробило. Так. Ну, я особо говорить смысла уже не вижу, потому что уже все хорошо сказано. Я просто я согласна с этим. С чем? С тем, что женщины должны быть рядом с мужчинами, но не занимать позицию головы. Помогать, направлять, но не взваливать на себя то, что должны делать мужчины и могут делать мужчины. Как бы я так думаю. Сейчас. Я считаю, предложим фамилии, а потом голосовать это тайно? Голосовать тайно, нет, да. Нет, за это ты не понял, за список. Список мы сейчас... Не, мы можем списочно проголосовать. Каждый сейчас выдвигает свою кандидатуру, говорит о себе. Да, да. Просто давайте сейчас просто единогласно примем за каждую кандидатуру, потом тайно проголосуем. Потом пишем вот в бланочке и... Ну да, я думаю. Вот знаете, вот по-хорошему вещи так и работает, ребят. Никогда не делается ничего втихаря. Правильно. Никогда и ничего. То есть вот принцип вечи как раз и заключается в том, что все, вот оно, все оно лежит вот здесь. Вот. Да понятно, каждый может посмотреть. Голосование тайное идет. Мы предлагаем. На самом деле тайное голосование — это для процедуры. Я бы очень хотел, чтобы мы в своей команде пришли к состоянию именно вечевому, чтобы мы все максимально могли открыто обсуждать. Да. По каждому человеку, да. По его действиям. По каким-то претензиям, по всему, по любому вопросу, что не касается личных каких-то там моментов, которые интимные. Все остальные вопросы, что касается, допустим, общего состава, чтобы мы могли рассудить от и до по всем моментам. Саша. Понимаете, это команда. Я понял. Это уже получается как раз-то в том-то дело. Это то, к чему мы должны прийти. Вечевое управление народа власти. Все, поехали. Все правильно, все правильно. Вот. И в связи с этим предлагаю кандидатуру Падея Николая рассмотреть. Пригожин Александр Максименко, кандидатура. В РКС, да. Падея Николая, значит. Кто что хочет сказать за, против? Да и это не надо, это сейчас просто предлагаю записывать. Конечно. Не, почему прения? Могут быть? Не, подожди, мы сейчас всех четверых. Я предлагаю, что сейчас мы в РКС всех включаем. Уже время жалко, записываем фамилию, все решают бумаги. Мое предложение. Я вот поражаюсь, Сережа, вас. Да. Подожди, Сергей Серафимович, подожди. Чего? Саша, ты любишь спорить слишком много. Нет, я хочу тебя спросить, почему ты боишься сделать это? Сделать да это... я не боюсь, мы вносим кандидатуры, решает вот на бюллетене каждый. Да, да, ты правильно говоришь. Сережа, мы сейчас это сделаем. Есть, ты правильно говоришь. Мне, например, проще записать, чем сказать. Мы сейчас запишем. Я просто предложу. Можно предложение? Я проще написать. Я все, давайте предложение Тане. Хорошо. Предложение Тане. Выслушаем. Сразу... Подожди, мы немножко нарушаем. Смотри, мы должны выбрать РКС, а ты предлагаешь сразу координатора. Нет. Я сказал тебе. Виталь, я не услышал. Я уточняюсь. Я уточняюсь. Я сейчас членов РКС. Да, сейчас мы выдвигаем. Давайте выслушаем Татьяну. Так ты должен предложить не одного, наверное. Почему? Мы же по очереди идем. Конечно. Согласны такого, да. Допустим, человека? Согласны, не согласны? Внимание, ребята. Что делать мне сейчас нарвать? Татьяну выслушаем. Татьяна, вот есть такой вариант предложить, Танечка. Мы же договорились с самого начала. Один говорит, остальные молчат. У нас получился базар. Некрасиво. Мы взрослые дяденьки, да. Тетеньки. И теперь позитива какая-то. Раз. Второе. Предлагаю сразу выдвинуть вот сюда, куда вот сейчас вы будете записывать в этот РКС. Сразу несколько человек. Мое предложение. Не рассусоливай там одного, продумай второго. Я предлагаю Сашу, Колю, Виталика, Петю и еще пятого. Бурдыкова Сергея. Этого, Женечку Розе. Сразу пять человек. Если у нас несколько человек будет уже, кто-то еще предложит сколько-то. Надо больше. И оно, я предлагаю. А в чем разница? Вот смотрите, сейчас Колю, дальше быстро, Женю, быстро. Дальше, допустим, предложим. Чтобы разница? Быстро это все проходить. А куда мы тоже? Два часа мы еще не сдвинулись. Прям, Далее, у меня прям, предложение. Совет Александра Бурдыкова предлагает. Хорошо. Это мы потом это... Самых активных. Ребят, ну видишь, ребята уже так пошли можно делать. Можно я скажу? Мне так проще, чем говорить. Хорошо. Ребят, вот буквально, хорошо. Смотрите, вот у нас есть фамилии, список. Пищи, ребят, у нас есть уже список. Ребят. Не, ну это мое предложение, будем так сказать. Не, а если я скажу нормальный список? Не, просто тебе нравится. Серафимович,
Виталий Геннадьевич, Николай Николаевич, Александр Николаевич и Сергей Валентинович. Нет, почему? Зараз за это. Тиханов, Савенко, Подей, Злобин. Но это мое предложение. Я просто сидел, готовил, думал, что вы... Дело в том, что эти бюллетени, оказывается, Минюст запрашивает потом. Он в любой момент запрашивает, и ты должен их дать. Широкого Сергея. Вот 5 человек есть, кто-то со списка согласен в этом? Кто-то может злобить себя. Не-не-не, неудобно. Широкого пишет, предложим. Сергей, пока не готов взять на себя такую ответственность. Все, я написал Широкого. Кто еще? Ну, я пишу. У меня дом сгорел, я сейчас не могу. Мне сейчас очень останавливаться много. Я очень много. Есть люди, готовы этим заниматься. Почему нет? Сергей, тут получается в списке и твоя кандидатура в РКС. Как ты рассматриваешь эту тему? Ну, меня оттуда надо вышло. Почему? Ты не хочешь? Это все возможно. Ну, просто здорово, я такой вариант сделал. Вот, Виталий, я спросил прописка у меня. Везде повторяется Александр, Подей и Виталия. Таня, предлагай еще кого-то. Женю Розе я предлагаю. Женю Розе я тоже предлагаю. И я предлагаю Сережу Женю Розе. Я предлагаю. Но он совсем я против, Сереж, тебя. Да я не против, я согласен. Я согласен. А я хотел предложить. Я за активных, я за активных и за позитивных. Я вот за вот это, чтобы поменьше скандала. Да, да. И чтобы быстро решали вопросы. Я с удовольствием выйду вообще. Зачем выходить? Не надо выходить. Ты будешь спать. Не, подождите. Это все технически. Я предлагаю. Что написано? Петя взял самоотвод по той причине, ну, по личным причинам. Ну, давай другого предлагаю. Сережа Тюханова я предложила. И я тоже предлагаю. Сережа Тиханов, Коля Подей, Злобин Виталий, Розе, Женечка и Саша Савенко. Вот 5 человек, я вот у вас предлагаю. Так надо больше, чтобы был выбор. Мне хватит. Таня. Это просто ее слово. Что? Неправильно. Она сказала, мы должны. Ты свое скажешь. У каждого есть свое. У каждого свое. Получишь. На такого видит. Давайте это тогда по кругу запустим, да? Да-да-да, мы давай. Уже так и сделаем. Надо 7 человек примерно. Ну, тогда да, смотрите. Тогда смотрите. Нет. Давайте тогда я предлагаю так. Кто больше голосов нет, у нас сейчас, зачем 7? Смотри, у нас сейчас, так говорится, дебаты, да? Да, я представляю, если бы у вас страна была в руле, что бы с ней было в этот, блин... Вы это выбрать не можете. Да, записывай приложение, время дорого, давай, записывай. Так, ребята, да, подожди, ну давайте тогда поднимите руку, кто действительно всем этим будет заниматься. Кто готов, чистосердечно, да. Вот смотрите. Для партии. Я не знаю. Кто хочет, да. Вот я вижу двух человек, которые вот реально делают. Вот. Делают все, ребята, делают все. Подождите, вот мы же обсудили вот эти моменты, что на каждом, у каждого будет еще там 2-3 человека, как звезды, как звено идет. Хорошо. А если мы сделаем много РКСовцев, ну, грубо, всех РКСовцев. Да не могу, это сейчас предложение. Нет, я спрашиваю Виталию. Нет, я спрашиваю Виталию, для чего такое количество? Ребята, давайте не перебивать. Это не количество. Сейчас мы говорим. Мое количество 5 человек. О, так ты сейчас уже озвучил. Смотрите, как это происходит. Подожди, Алена, вот предложили 7 человек. Мы идем ошибочно. Но решение приняли, что 5 мы будет. Ну, да. Кто больше всего наберет голосов, те и остаются. Хорошо. Вот, допустим, Коля 5, я 10, хорошо. Он 15. Хорошо. Все, хорошо. Вот конкуренция. Большинство понятно. Входит, потом понятно. Чуть поменьше входит. Понял? Я понял. Два отсеиваются. Я понял. Давайте, Алёне. Я хочу сказать, мы сделали ошибочку. Мы стали избирать. Мы не прослушали каждого из нас, для чего мы вообще находимся в родной партии. И вообще, в каком вы сами находитесь состоянии вообще, для чего вам нужно... Вы осознали, для чего вы в партии находитесь или нет? Если вы этого не осознаете... То есть, вот ведь... Вот каждый из нас должен озвучить... Давайте увеличим лимит до 3. Я остаюсь. Это интересно. Тебе нравится? Нет, ну надо решать. Мы находимся вообще в родной партии. Вы осознаете, вы понимаете, для чего вообще нужна партия. Пожалуйста, озвучите каждый. Алена, мы уже это проходили. Не, ну вообще интересно. Например, я сейчас сижу в этом. Это уже третий раз. Это уже третий раз. Ты уже озвучивал это. Алена повторяет. Я бы хотел это послушать. Я вопрос задавал. Я сейчас, Женя говорит, я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Я это слышу сейчас от Жени, понимаете? Мы все здесь что-то ла-ла-ла-ла-ла-ла, а Женя говорит, я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Таких людей здесь присутствовать не должно. Каждый должен осознавать, нет, что нет, он ну, хотя здесь бы, делает. Хотя бы в управлении, давайте так. Тут он находится. Если вот такое происходит, то у нас, ну зачем? Мы это все...
Теперь ты знаешь, с кем работать. Готовы ли мы, друзья, готовы ли мы прерваться на обсуждение данного вопроса? Я нет, я против. Давай проголосуем. А я бы с удовольствием хотел бы послушать людей, как по протоколу мы решили выбираем. Ты правильно говоришь, Сережа. Я буду выбирать, я буду прослушивать. Ты осознал, для чего ты вообще? Да осознал. Вот у меня родовое поместье, буду создавать пространство любви. Что непонятно вам? Не вычитали? Не, хорошо, подожди. Не, Сереж, а тогда смотри, тогда у меня к тебе вопрос. Ладно, допустим, ты вот пространство любви создавать хочешь, да, там все дела. А зачем тебе партия? Не, а тебе инструмент, чтобы войти во власть, так, и принять закон, минимум первое, о родовых поместьях. Так. Да. Чтобы содействовать принятию закона. Да, и на нашей планете, поместьях, чтобы образовался баланс между той цивилизацией и той природной, другой. Что непонятно? Хорошо. С таким позитивом. Вот. Мы сейчас долго будем это обсуждать. Нет, хорошо, хорошо. Лицом об стол. Хорошо, хорошо. Сергей, молодец. И все пройдет. Ты бы не хотел прослушать других? А зачем? Нет, у нас нормально, сейчас нормально, что? Нормально, вот нормально. Что идет, ребята. Я сейчас уйду просто отсюда. Ну подожди, ну что ты разозлился? Уже... Ну зачем? Нет, что ты разозлился? Вы уже 5 минут отпуска пропускаете. Да уже до этого говорили, сейчас. Уже третью это. Третий поход отпуска пропускает. Да не, вопрос просто на самом деле просто очень хорошо. Базар, давай записываем кандидатов, голосуем. Ручку взял, я сказал. Ручку взял. Я во власть хочу, все. Сереж, ну, на самом деле, вот этот вопрос, который Алена предложила, он имеет место быть, но попозже. Потому что сейчас нам надо просто выбрать коалиционный совет. Понимаете, я прослушав теперь Сергея Бурдыкова. Я бы не хотела. Это главнее главного, да. До встречи говорить об этом. Зачем вам родная партия? До встречи. Но это уже всем известно, понятно. Ничего, нормально. Не знаем друг друга. Сколько уже мы тут пообщались до того, как... Сергей, я не знала. Я когда услышала все, что ты сказал, теперь я бы не хотела, чтобы ты в Координационный совет входил. Да ой, ради бога, с удовольствием. Я, наверное, в Координационном совете один за всех упирался. Вот меня не хотят, и ради бога, я хоть ребята, отдохну. Ребята, если вы будете вкладываться во власть, у вас этой власти не будет. Просто-напросто и все. А, могу я сказать, что я хочу сделать для партии, вернее, что я вижу, какие цели у партии. Интересно? Да. Первое. Гектар родовой земли. То есть родовой. Подчеркнуто. Второе. Признание личной свободы живого человека. Третье. Возрождение славянской культуры. Четвертое. Развитие экологических технологий. Пятое. Восстановление природы. Не только на поместье. По всей планете. Шестое. Нейтрализация разрушительной деятельности человека на планете. И защита всех живых существ. Я считаю, что это важные вещи для партии, для нашей. Вот и делами будем подтверждать это все. Давайте вот записывайте вперед. Не злите меня, Серафимыч. Ну, это всем известно. Что там то новое? Не, ну Сергей Серафимович, ну просто разный, просто кто-то. Саша, давай это пиши и все вперед. Мне уже уезжать надо. Вот Сереге уже в 2 часа надо было уезжать. Уже до 3. Так, да. Так, запиши, Таня предложила, а кого еще? Розе вписывать? Сергей Серафимович, здесь просто ситуация какая. Просто говорю, на самом деле это очень важно. Когда мы можем научимся друг с другом общаться, нам будет всем легче от этого. Саша, мы с тобой вчера по телефону вообще договорились. Об иерархии, что зачем должно идти. Вот об этом надо было до собрания. Ага, вот тут интрига и вылазит. Но смотри, смотри, Сергей Серафимович. Но вопрос... Почему ты допустил, что но... вот это сейчас только возникло? Подожди. Кажется, не зря кричать. Но мне бы же тоже, мне же тоже хотелось, чтобы это все-таки озвучилось. Так. Видишь, оно озвучилось. С другой стороны, знаешь, что я тебе хочу сказать? Даже вот сейчас, если он будет обсуждать это все, как сказать? Серафимович, ты очень... Это все в рабочем порядке. В рабочем порядке. Что-то мы время теряем. Смотрите. Поэтому смотрите, получается, я так понял, что 3 человека однозначно, да, допустим, как принимается... Саша, записывай, голосуем, вот, бюллетенями, ну сколько можно? Я понял, вот смотрите, получается. До конца выскажется. Дело в том, что 3 однозначно за, получается. Бюллетени, здесь вот. Какие-то, получается, разногласия пошли по Сергею Серафимовичу и Евгению Розе.
Причем Сереж, не перебивай, пожалуйста. Тебя ж слушали. Я за Серафимыча. Вот. Вот. Я тоже. Я тоже за Серафимыча. Поэтому как бы... Я хочу, чтобы он был координационным. Ну вот. Ну в этом совете. Ну Виталий, ну что ты не записываешь? Не, вот смотрите, получается... Я просто почему хочу, чтобы сейчас уточнить. Серега, у меня записано. Не, потом мы... Формально мы потом проголосуем. Я просто хочу разобраться сейчас. Ты там пиши в протоколе. Нет, я перепишу туда. Это мое предложение, ты ознакомься. Ну так ты туда пиши. Ну я от себя не забыл. Не, ну вот смотрите, если получается... Если там кого-то нету, блин, Женьки да нету. А почему регламента не придерживаешься? Ну нормально, нормально. Немножко надо... Списывай. Так, так вот смотрите, разы. Получается. Нас кто вписывает? Ты вписываешь? Нет. Всех писал? Нет. Разы запиши. Таня предложила. Разы. Я вписал разы. Покажу. Разы нету у тебя. Сергей, ну получается, если мы сейчас твою кандидатуру рассматриваем, есть смысл выставлять... Ваше право. Нет, подожди, есть я смысл... Я сказал, что мне бы желательно самоотвод. Ну если... Так подожди. Все, нет, подожди. Все, он так не против. Так подожди, если ты не против, значит мы просто выставляем твою кандидатуру на голосование. И все, и поехали. Давай, давай, пиши Тиханова. Я просто высказал свое мнение, что будет очень напряжно. Понимаешь? Потому что я сейчас уеду в деревню, будет, и... Да? Серега, ты не навсегда уезжаешь. Понял? Я понимаю. Потому что вот эти вещи я буду вести, участвовать во всех, пожалуйста. Но Серега, придется. Документальные вещи, мне надо будет с Барановской давай, сюда мотаться. Ой, Барановск, далеко. Ты ближе, чего в Барановске. Пиши, Тихана. Да я там вписан, ты переживаешь. Не, ну смотрите, так получается, подождите, сколько вы уже накидали? Мы сейчас всех тогда, список получается. Ребят, ну ведите себя серьезно, а я сейчас разобрался уйду. Таня, жизнь разнообразная. Да мне не нужна такая разнообразная жизнь. Я не хочу в базаре участвовать. Так, у нас два человека пойдут солнце обнимать сейчас. Не, сейчас вот смотрите. Когда смотрите, Виталь, мы сейчас можем сделать каким... Вот смотри. Вот смотри, у тебя есть список, два да? Часа ничего да. Не сделали, вот смотри, орём. Мы сейчас добавляем, допустим, Евгения сюда Розе. Да. И просто пускаем, и каждый просто ставит, допустим, как... Галочки. Галочки. Не, а зачем ставить? Будет тайное голосование, все поставят. Это приготовлено вообще для тайного голосования. Что не... Не, смотрите, получается таким образом. Мы сейчас. И кто не хочет кого-то... Мы определяем кандидатов. Хорошо. Тань, ну сейчас мы... Да ну нормально. Нормально все. Она обнимает солнышко, нормально. Какие будут приняты вообще? Секретарь ведет собрание. Ну говори, Виталий. А кто? Говори, что ты хочешь. Председатель ведет собрание. Председатель, ну. Вы не осознаете, зачем вы в родной партии находитесь? Он не понимает. Вот смотрите, мы сейчас... Смотрите, мы сейчас потеряли... И это развалится, все. Мы сейчас потеряли уже полчаса. Было предложение сказать, кто зачем в родной партии. На это ушло бы 5 минут. Да. Вот, человек уже один сказал. Мы потеряли полчаса. Понятно. Воплей каких-то диких. Уже одного человека потеряли, ушел. Потому что мы нарушили принцип, который мы предложили. Обнимать солнышко. А смысл тем, нам голосовать, если мы, у нас идеологии нет никакой? Нет, нормально, все. Смотрите. У нас сейчас получилось... Что нормально, Сань? У нас сейчас получилось... Ты подожди, дай я скажу. Ты был ведущий. Тебе обозначили конкретные действия. Что ты должен делать и следить за тем? Серафимыч тут полчаса орал. Почему ты бездействуешь? Должен сказать, иди солнце обнимать. Согласен. А? Согласен. Чего согласен? Не так ну, можно так ты сделать. Действуй, что-нибудь делай. Что Сергей, ты смотри. Сергей, смотри. Я пошел солнце обнимать. Иди обнимай. Достали. Вот смотрите, просто взаимное уважение очень важная тема. Это годами нарабатывается, это трудно сразу, но все равно хочется стремиться к этому. Ну, вот мы в школе к этому стремимся, и мне бы не хотелось, чтобы здесь кипели эмоции, потому что сюда потом придут дети, они это считают и начнут бегать, ну, просто. Нам надо будет их реабилитировать после такой бури, да, которая тут происходит. Поэтому, ну вот хотя бы ради этого, да, можно себя сдержать и не обидеться, или там, и сказать как-то резко, вот. И не встать, и не хлопнуть дверью, там, допустим. Ну, это моя просьба. Ну, вот. Ты можешь коротко озвучить просьбу просто вот Тане Небо? Да Таня знает, ну, про то, что чувства, эмоции не А коротко, Коль, ты просто каждый должен... Это, Виталий, ты заготовил раньше. Максимальное уважение друг другу проявлять. Партийцам, потому что это моя просьба по поводу помещения и пространства этого, но на самом-то деле это вообще в жизни это помогает, ну. То есть не реагировать, не позволять эмоциям управлять тобой, да, а позволять. Потому что это стимул реакции, это чисто собачка Павлова.
Включили лампочку. Да мне все равно. Все. Хоть в 17. Просто этим надо будет еще заниматься. У меня предложение. Сейчас пойти попить чай и продолжить собрание. А Сережа до трех. Я считаю, сперва дело. Уже третий час. Но у нас это накалилось. Так можно выйти на свежий воздух. Пойдемте все вместе. Сергей Серафимович, я тебя приглашаю. Нет, ребята, я уезжаю, я против такого уведения. Что ты делаешь? Я снимаю себя. Так ты сам здесь плескал эмоции, а теперь ты уезжаешь. У меня вычеркиваете, я против. Нет, подожди, а как же собрание? Да ничего, да вы что, ребята, чаю собрали. Нет, дело в том, что я не собрался, за всех не решаю, вот предложение. Знаю, мне показалось, что... Серафимович, я, между прочим, 250 километров проехал. Да не говори. Ты, кстати, молодец, сегодня хорошо вел. Не, ну, Сергей, так смотри, мы говорим о взаимном уважении, Сереж, взаимное уважение. Конечно, вот так, как ты делаешь, не решаешь. Сереж. Ну, то, что вот это вот все происходит, это просто вот какой-то базар. Нет, это не базар, это обсуждение. Нет, я стою членом партии, вот если я работаю не буду, я снимаю кандидатуру. Не надо допускать вот до этого. Дело в том, что сейчас, если мы будем уходить, то мы, грубо говоря, можем сейчас аннулировать собрание. Правильно? Не аннулируем собрание. Нет, мы можем... Печку ставлю насчет вопроса, который был по женщинам. Когда мудрая женщина присутствует в таком процессе, но она не принимает окончательное решение, но имеет совещательный голос, да? А мужи, которые имеют детей, там, да, как обычно это все было, род держит свой, они принимают окончательное решение. Но выслушать такую женщину очень важно, потому что иначе, ну как шашками все достали шашки, и мужики, они вот любят верно, делать. Верно. Ну, да. И поэтому, вот поэтому я бы сказала про женщин, да, вот версию, что они бы могли бы быть, но не обязательно, может быть, имеют там решающий голос, но они могут сказать. Хотя бы одна, хотя бы. Причем вовремя, не тогда, когда они начнут проверять всю эту. Я уточню, я понял. Когда уже приняты неверные какие-то, может быть, не, так я и хотел уточнить, что, смотрите, получается, вы имеете в виду, я просто, вот смотрите, просто именно как, чтобы они не становились копными мужами, женщины, я вот о чем хотел сказать. Да. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот этого не было. А общаться, совещаться, Бога ради, сколько угодно, чем больше, тем лучше. Я же о чем говорю. Но в управление не надо, потому что не надо женщин назначать копными мужами. Ну, я просто так... Вот тут я вот это имел в виду. Я просто, может, неправильно донес. Как... Именно я, может быть, и... дело, что эти мужчины бумагами отвечают за вот это вот все. Это не только бумагами, это получается... Это принимать решение. Это принимать решение. Да. То есть это все равно должно быть холодное, взвешенное решение мужского. Да, чтобы мужчины обучались этому и были способны. Это вторичное. Первичное – это каждый осознает, для чего он находится в родной партии, основная цель этого. Да? Вот это, Алена, вот это стержень. Важно. Если я не будет этого стержня… Алена, ты можешь ответить на это? Естественно, могу ответить на это. Я предлагаю тогда все-таки вернуться к этому. Представляете, реакция произошла. Предложение было отдельное. Саша это же предлагал, и Виталя. Поэтому каждый скажет, зачем он в родной партии, быстро. И мы продолжим без Сережи. Наших хватает. К сожалению. Я предлагаю сделать вывод из этой ситуации, учиться. Мы выработали правила, и мы их сами нарушили. Мы сказали, мы готовы защищать вот это любви пространство, чистое, светлое, светлые образы. И позволили эмоциям выплескиваться. Ну, как бы чувака три, по крайней мере, не сдерживались. Да? И мы должны были остановить, сказать, так, стоп, давайте будем честны с собой друг с другом. И по совести человеку предложить ему пойти солнышко обнять. Вот это мы должны были сделать. Основные собрания я сделаю. Вот. Но это должен был сделать председатель. Не обязательно. Это каждый стоит на страже совести. Не, если по мы как решили, то это дело действительно. Ты что, нет, это председатель должен делать. Он за регламентом следит, этот, конечно. Я сейчас тоже скажу. Я тоже считаю, что женщина должна участвовать, потому что действительно у нас в нашем в наше время сейчас без женщины нельзя, потому что мы озлоблены. Я по себе знаю. Я почему не хочу, я с удовольствием бы принимал бы участие в РКС, но у меня нет половинки второй. А почему? Да потому что я злой, озлоблен человек. Я озлоблен, поэтому ты такой добрый, Петя, так странно тебя слышать. Сейчас мы тебя обнимать пойдем. Я с удовольствием, но вы просто меня не знаете. Я на самом деле
Очень злой человек. Можно я скажу, что ты не злой человек, это у тебя есть такой зверек сознания. Да, я понимаю. Ты очень хороший человек, я же вижу какой-то человек. Поэтому я хочу сказать, что нужна женская энергия. Нужна. Я ее от себя отпихнул. Вот у меня со Светланой не сложилось, там с Аленой не сложилось, вернее, с нами. Что там было? Алена. С Аленой не это самое. Что там было, да? Нет, я хочу сказать, что и с ней тоже у меня... Брат мой. Мы с ней тоже крысили друг друга. А я его, мы в последний раз у Светланы встречались, я его чуть морду не набила. Вот. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле я это знаю. Поэтому я не могу нести такой образ светлый. Почему я и говорю, что пока мне тоже работать, поэтому женщинам нужны тоже в РКС. Почему я просто говорю? Ну это мое мнение. Мы на собрание будем, на голосование будем выносить, уже голосование пока. Ну смотри, мы сейчас просто уже членов внесли, поэтому сейчас уже у нас есть. Не, я вообще не говорю, просто я свое мнение сказал. Да. Хорошо. Ну а партия тебе надо зачем? А партия, потому что я хочу, во-первых, это мои чувства, и это я... Они, книги Мегре мне мои чувства дали всколыхнуться, и я вспомнил себя в детстве. Как я разговаривал с птицами, с насекомыми, с муравьями, с пчелами. Я это делал. Я взаимодействовал с ними. Они меня накусают, эти пчелы у отца там постоянно. Муравьи меня щипали, там, я жопы их там влезал. Наверное, все это делали. Вот. Я хочу сказать, что и я вспомнил себя, каким я был раньше. Мне начали сниться сны с полетами. Я летать после этих книг начал. И я хочу, я представил нашу землю цветущую. И мне эта картина меня очень поразила. Так, ну без партии она же тоже такая же не картина. Не говори, да. А партия, какие вопросы? Можно смотреть на это все и радоваться. А партия зачем? Нас загнали, поставили в угол системой. И сейчас мы должны эту систему повернуть на службу тому, чтобы с этого положения загнанного выйти. Я за. Мужчины могут... Ребята, то есть ты хочешь внести, получается, вот это вот, то есть поменять систему разрушения на систему созидания? Конечно, да. То есть с помощью инструмента как партия? Да. Я правильно перевел? Да, конечно. Да. Да, я согласна. Ну, это достойно, наверное, да? Да. Получается. Так, Алена, говорит. Ну, это, ну, нет, это твое, я просто... Слушайте, а давайте сейчас... Ну да, кто что хочет от партии. Я вам... могу сказать, для чего я нахожусь. Да, да, это уже лишнее. Сейчас, давайте сейчас быстро по кругу каждый скажет, они уже. Для чего я нахожусь в родной партии? Вот. Я поняла, я осознала, что мной кто-то управляет. Понимаете? Система нами управляет. И я изначально с рождения своего искала выход из этого. И вот, прочитав книги Анастасии, я поняла, что вот тут вот есть выход выйти из-под управления того мощного одного, который нам всеми манипулирует и играет нами, и управляет нами. Без родной партии это невозможно. Вот. Мы должны 10 человек хоть осознанно к этому прийти, с этим образом жить. Война без воин, победить этого зверька. 10 человек, хоть в Приморском крае, да, 10 человек. Потом пойдет цепная реакция. В Приморье пойдет развитие родовых поместий. Для меня очень важно здесь, чтобы в родной партии были 10 человек осознанных. Дальше, если не будет, ну цепная реакция пойдет, ребята. Ну, для этого каждому из нас нужно разобраться в своих энергиях. У нас есть противоположные энергии. За тебя. Противоположные энергии в каждом из нас есть. Кто из нас сумеет их уравновесить? Десяток из нас сумеет уравновесить. Появится третья энергия. Самая мощная, сильная энергия во Вселенной. Энергия любви. Вот это в родной партии возможно. Мы, возможно, 10 человек, вот эта вот энергия любви... контактировать с этой энергией любви. Каждый из нас этого хочет, но в родной партии это возможно. Притянуть этот мощный образ. Вот, если мы это сумеем, то это будет мощь в Приморье. От нас многое зависит. На нас большая ответственность. Будете действовать в этом направлении? Я с вами.
Нет, тогда разваливается. Тогда в сторонку уходим, пока не время. Алёна, можно вопрос тебе? Вообще все, у вас уже поместье есть. Угу. У вас есть живая искра? Ты знаешь, у нас... Детали. Это важно. У нас... Детали. Я могу сказать, почему? Это важно, конечно. Ага, ага. Мы, конечно же, пошли первыми и взяли такую землю, что нам уже там живой изгороди сажать не надо. Мы уже, вокруг нас уже живая изгородь, это и есть. Нет. Ну, вот так вот получилось. У нас прекрасная земля. Живую изгородь мы сажаем. А основное, это, конечно же, мы посадили родовое дерево. Для нас первое родовое дерево. У нас он в горшке растет. А живой забор мы потихонечку. Вопрос, где-то надо сажать. Почему делается живая изгородь? Вот именно он, почему я сейчас это говорю, потому что он именно привязан к твоему восприятию поместья. Защита, оберег. Потому что я сейчас понимаю, что то, что запустила Анастасия, это живые образы. Вот. И когда мы приходим на землю, начинаем сажать живой забор, вот эти вот живые образы начинают рядом с нами и начинают нас поднимать, ставить... Это не просто метафора, это очень сильные вещи. Я это теперь осознаю, я это теперь понимаю. И постоянно, когда живешь на родовом поместье, это мощь, конечно же, потому что эти живые субстанции, образы, они существуют, и они очень сильны. От кого от них? От кого от них? Я не знаю, что это и куда оно ведет. Она многоярусная. Это энергия, которая высасывает из всех живых существ, из растений, из людей, из животных, энергию, информацию, все вот куда-то вверх. И вот это? Да. Нет, это их как бы, структура, которая, как она выглядит, они большие, примерно 20-30 метров в диаметре, находятся между ними расстояние где-то с метр. И вот такая сплошняком идет на все территории, причем независимо, город идет, деревья, лес, поместье, не поместье. Пока не сделать живую изгородь, оно действует. Только живая изгородь может защитить. То есть защиты нет? От этого? Да. Да. Особенно если живую изгородь, есть растения, как типа которые издают это. Вся эта книга написана. Здесь в глубинной тайги растения сажают. Да. Защита, оберег. Каждый 9 метров? Ну, 11. Ну, там это не суть, ну как бы. Я смотрел фильмы там классно. Там такие классные. Так, чем глубже зайдешь, то здесь есть А вот. Причем это не цепь на дерево. Это может кустарник. Да. Это может кустик, трава. Смородинка там. Много можно. Ну, смотрите, ладно. Так, друзья, давайте ускоряемся. Я сказал, кому слово дальше. Саш, ну. Так, мы уже раз начали это. Да, я уже... бы здесь хотел сказать лично от себя в данном случае. Кто в армии служил, тот не остается в цирке. Вижу да? задачу родной партии создать на территории Приморского края хотя бы одно поместье. Качественное, путевое поселение. Поселение родовых поместьй. Согласна. То есть я участвую в партии, надеясь на то, что у нас реализуется моя мечта создать поселение из родовых поместьй на территории Приморского края. Вот. Ну, а про любовь стараюсь, ввожу и так далее. Вот для чего мне нужна родная партия. Мне, как сказал Путин, внедриться в банду, да? Нам нужна власть реальная, а партия позволяет выйти на тот уровень, когда мы сможем влиять для интересов народа, для интересов любви, нравственности и стать реальной силой для светлых сил, ну как бы рычагом светлых сил или как там угодно, либо самому быть светлыми силами, которые смогут влиять и балансировать темные. В общем, это тот рычаг, который способен дать светлое самой планете Земля, а может быть и всей Вселенной. Все.
Ну, а вообще, ты вот как, вот, светлой силы, вот, а для тебя лично, вот лично для тебя, вот что вот, лично ты? Вот так, если все вот эту силу убрать, там, вот, я Сергей, вот это вот, вот что я хочу от этого? Вот чисто вот так вот. Я еще хочу спросить, вы до конца будете идти или как? Со временем можете сказать, я выйду из партии? Это может... Об этом тоже подумайте. Это может быть... Я первое отвечу Александру. Для чего я лично здесь, да, я уже ответил. Да, да. А вот что? Да, вот я уже сказал, да, до этого. Да, да, вот все как есть. А второе, могу ли я выйти? Да, возможно. Если на то будет ситуация, что мне понравилось, мне вчера и Виталий сказал, мне понравилось выражение деда Анастасии. Он говорит, мне не полезно общение с тобой. Когда Мигре ответил, тот обиделся. Если мне не будет полезно такое общение, я выйду. Не без разницы, кто это будет. Вот нам всем надо сделать, чтобы было полезно наше общение по душам. Здесь и сейчас. Вот это вот важно очень. Естественно. А так, ну, как бы, Бурдыка, он говорит правильно, но он не может выражать... Эмоции огни. Он не может выражать правильно. Но вы признаете, не выражать, что, а что выдвигать решили... свои идеи правильно. Но нельзя его проглатывать. Он правильно говорит вещи, где-то сдисциплинироваться надо, где-то еще что-то. Он ведет, он влияет, он смотрит за дисциплиной, хотя не сдержан. Но надо брать во внимание его. Он на самом деле очень деятельный у нас. Но вы теперь понимаете, мужчина, что вы лишились власти и все-таки надо вернуть ту власть, которую вы лишились. Да? Каким путем ее вернуть? С помощью партии. Пути партии какие? То есть... Центровластная структура есть, есть вечевая структура власти. Сейчас мы в Ален, данный момент... ты о чем? Какие вечевые? Выходим на уровень, позволяющий влиять. Ну, что там вечевое? Вечевое между собой там можно будет придумать. Если это будет реальной силой, и она будет светлой, да хоть ты ее не знаю там, любой партии назови, неважно. Важность есть во всем. Важно что? Важность названия родной партии тоже есть. Ну так. Когда уже назвали. Ну, так а что там, партию, а что там уходить тогда в вечевую или еще я куда-то? Я по поводу власти. Ну. Вот. А? Ну что, немножко. Да. Да. А Юра уже попозже. Сереж, позовите. Сереж, да Юру. Сереж. У меня, я скажу, когда я выйду из партии, когда будет принят закон о родовых поместьях. Только вот, а все остальное, ваши ругань, там не ругань, отношения, на меня это, ну, как отскакивает, как это, от решетки, точнее, от стены. Вот. Поэтому для меня важно принятие родового закона. А, закона о родовых поместьях. Все. Аня, ты говорила цель, да? Ну, я говорила, цель, как бы, цели партии, да, какие я вижу. А вопрос, зачем я, да, тут? Да, я тоже надеюсь на то, чтобы мы могли влиять на правительство как-то. Я верю в то, что мы будем силой, что вся родная партия объединится на всей стране и выстроит пространство, и с помощью поместья, и с помощью мыслей. И как-то все-таки повлияет на политический строй в нашей стране и вообще в мире и к лучшему, к тому, что мы хотим. Поэтому я здесь, поэтому я участвую в этом. Принято. Так, ну зачем я в одной партии? Я когда прочитал книги Владимира Мигре, я увидел эти все образы, все, я изменил свою жизнь и заинтересовался русской культурой. И все те образы светлые, которые в этих книгах описаны, они все воплощаются. И все будет так, как там написано, и будет родная партия, народная партия, в которой будет вечевая форма управления. И это будет партия большинства, и будет вся Россия в цветущих садах. И я буду делать... для этого то, что сумею, и дело для этого я в родной партии, чтобы все эти образы воплотились, все, которые описаны в книге. Юра, для чего тебе родная партия? Для чего мне? Да. Это моя жизнь. Я здесь, в этой партии, с самого начала, с самого ее основания.
это уже моя жизнь. Выйти из партии и касаемо юридического лица партии, это не важно. Ты не перебивай. Как можно выйти из партии, если я был в ней, когда ее еще юридически не существовало? Вот. Кстати, я вспомнил. Когда не, были, мне непонятно. Подожди, стоп. Когда были времена тяжелые, мы тут собирались, общее собрание, и собралась Алена, приехала на свое поместье из Тайги. И я приехал, и был Юра. Вот мы втроем были из всей партии. Я узнал, что есть родная партия. Мне нужно было вступить в родную партию, потому что, что у нас там было? Выборы, да? Депутатов. И не хватало депутатов. Ну, давайте я буду тоже. Для количества. Ладно, ты сейчас зачем? В принципе. Сейчас я понимаю, что да, за счет партии, вы все тут многое сказали, за счет партии тут можно во власть пробиться, там, законно родовых поместьй, это понятно. Но сейчас зачем я в родной партии, я не очень понимаю. Потому что каких-то реальных дел, ну, я не вижу, и мы ничего не делаем особо. Ну вот, да, хотелось бы поселение родовых поместьй, чтобы было. Но как это помогает, ну, родная партия, чем может нам в этом помочь, я не очень вижу. Ну, какое-то объединение людей, родная партия, которые читают книжки «Звенящие кедры России», может быть, это что ли? Ну, как, может быть, это нам для общения надо? Для чего еще? Я как член родной партии могу, ну, что я могу здесь сделать и что я могу привнести? Бумажки заполнять? Ну, это не мое дело, да? А вот так вот проголосовать там за какое-то мнение. Да пожалуйста, пилоты. Что, кому там написать? Человек сказал правду. То есть родная партия на данный момент ничего не делает. Приезжали барды, которые рассказывали о родовых поместьях, о книгах. И никто, кроме Виталия Злобина. Брат, без критики давай еще. Ладно, я скажу по-другому. Что в этот момент родная партия должна была бардов поддержать. Но поддержали только единые. Так, все, да, у нас высказались, да? Нет, да. Нет. Виталий, я еще не сказал. Ну, вот. Татьяна в родной партии? Или она вышла? Зачем мне нужна родная партия? Зачем я здесь? Знаете, друзья, вот для меня родная партия... Вот цель родной партии, она вот в первой строчке там «Вернуть любовь всеми». И я понимаю, что можно разные лозунги заявлять, но надо это в жизнь проводить через себя. Поэтому я стараюсь в меру своего понимания, сознания сделать так, чтобы любовь присутствовала у нас в семье. Вот. Поэтому для меня это живые образы, это реальное настоящее будущее, которое зависит только от нас, ну, от меня лично, моих усилий. Поэтому для меня родная партия – это не просто какой-то инструмент власти, а это то, что позволит земле нашей матушке быть счастливой, и не только ей. Поэтому я уверен, что мы найдем в себе силы, как сказала Алена, сгармонизироваться внутри, и вот именно, чтобы любовь двигала нами, а не какие-то иные там, чувства. Ну, вот, все. Вот для чего я в родную партию пришла. Получается, когда, прочитав книги, вот это вот, создав поместье свое, мне эта тема очень нравится. Естественно, она перевернула мою жизнь. Именно вот в этом, в направлении создания поместья, создания поселения, вот чтобы много народу было, людей добрых, хороших, отзывчивых, чтобы легко было вот жить, деток воспитывать. В общем, все классно, все замечательно. И когда появилась партия, когда дедушка сказал, что партия нужна, я подумала, как здорово, это же значит, мы объединимся, и у нас будет такая большая сила, и мы сможем влиять на в правительстве уже наши люди будут сидеть, и конкретные дела мы сможем делать на законодательном уровне. И тогда я подумала, что я тоже смогу чем-то помочь. Лично я многого чего не понимаю. Вот с этими вот волокита бумажная, там она ума, вот это, в общем.
Но есть ребята, которые понимают. Это вот, вот вы, о ком я, кого я сейчас вот и выдвинула вот в этот, да, список, 5 человек. То есть вы умеете, вы знаете как. И я подумала, что я смогу быть полезной, стоя рядом с вами, приносить то, что я могу сделать, вас поддерживать в какой-то момент. Вот дать свою силу, да, ну, что называется, там вот плечо свое подставить. Именно вам, вам тем, кто умеет это сделать. Вот. Но мне очень тяжело находиться на собрании, когда, как сегодня, вот этот вот, ну, я не знаю, базар, по-другому, как вот еще, детский сад, да. То есть мне очень тяжело. И если вот так будет продолжаться, уже на одном собрании меня оскорбили, там рот затыкали, там некоторые лица, на сегодня там вот это вот... Мы взрослые люди, нам надо научиться общаться, нам надо быстро научиться принимать решения. Вот когда революцию, я вот все время поражалась, как была создана революция в 17-м году, так получается, один человек говорит, другие слушают. Кто может хорошо это сделать? Я могу. Ты можешь, Ванька? Давай, вперед, иди. Ванька пошел и сделал. А у нас что? Ой, а вот так, а может вот так? Один говорит, ребят, я могу. На том нашем собрании. Коля говорит, я могу. А и начали все, а можешь ли ты? А ты не можешь, а ты тра-та-та-та. А в итоге Коля говорит, слушай, а может я действительно не могу? Кажется, я уже и не могу. То есть вот такие у нас были, проходили, да? Я сейчас вот тоже вот аж эмоции меня начали... И у меня появляется желание, думаю, нужна ли я вообще в партии? Хорошо ли мне здесь? Может быть, мне просто на поместье на своем жить, делать праздники и все? Ну, это твое решение только может быть. Вот. Никто за тебя решить не может. Это риторический вопрос. Еще я что думаю? Если мы сумеем наладить наши отношения, если мы сумеем научиться общаться, то мы будем действительно силой. И мы тогда наши собрания будем, ну, за час мы будем решать кучу вопросов. А не так, вот сегодня мы уже 3 часа, и мы ничего еще очень не хорошо, решили. Очень хорошо, на самом деле. Я прям доволен, что мы вот сейчас имеем вот это общение, которое ни в родколе получить не можем. Конечно. Ни в каких-то моментах. Поверьте, вот это самое важное. Это важнее, чем вот эти писульки. Важно что? Перекричать друг друга? Ну и это есть, ничего страшного. Ну тебе ничего страшного, а мне плохо. Танечка, можно? Я разворачиваюсь и ухожу. Сначала, когда Сережа начал тут выступать, ну, мне реально было смешно. Я как бы в такой благости был, и он как бы начал орать. Ну, как бы всем было смешно, я видел, все смеялись. А потом меня тоже эти энергии зацепили. Знаешь, где-то минут 5 я смеялся, и потом что-то... Оно начинает, перестал. Я что-то начал там на Витале, там что-то там... Да правильно, не говори. Поэтому... Из агрессии надо. Поэтому ну, правильно, конечно. Что... Мы же взрослые. И по делу. Мы закон... По делу. Да, мы правила приняли, что тот, кто... Негативные эмоции выражает. 5 минут на солнышко, да. А вот сейчас, когда я уже чувствую, что я говорю, ребят, я уже не могу, потому что на меня очень влияет вот это. Я, ну, физически чувствую. Вопросов нет, все правильно. Я встала, я пошла, чайку попила, а мне девчонки говорят, так у мужчин есть замечательное такое-то. Не выполняешь, упал, отжался. Я говорю, о, классно, надо Серегу это, пусть он поотжимается. И туда энергия уйдет. Туда энергия уйдет, и глядишь, вот тогда уже будет действительно хорошо. Либо горячий чай, почему я вам предложила, давайте чайку попьем горячего. Ну, я как медработник, да, вам говорю, что когда вот погасить вот это вот страх или что-то, горячая вода, хотя бы горячая вода, а горячий чай, он как раз вот это вот может раз, и все нормализовалось. Либо физическая нагрузка, упал, отжался. И вот, может быть, на самом деле нам принять вот... Мы же сейчас у нас собрание. Да. Я сейчас хочу принять. Тогда. Можно я договорю? Может быть, у нас сейчас конкретное, настоящее собрание. И мы можем действительно принять вот такой вот какой-нибудь свой закон, закончик, да? Нарушаешь, ну, я не знаю, упал, отжался. Даже Анастасия Мигре сказала, 10 приседаний, прежде чем тебе дадут деньги. Еще Анастасия предложила ну, и мы создать партию.
Дедушка, нет. Нет, Анастасия. Анастасия предложила. Я о том, что, может быть, давайте мы, чтобы наша дисциплина улучшать, я что-то буду, значит, я буду приседать здесь. Саша будет это самое, Саша будет отжиматься. Сережа будет, значит, его. Аршак? Просто должен быть порядок. Вот и все. Поэтому наша задача на самом деле этот порядок в партии сохранять и поддерживать. Вот и все. И не... Ты же говорила, не было взрыва. А когда... Вот и все, ребят. Поэтому просто включаем здравомыслие, но в определенных моментах вот должен быть порядок, регламент иногда даже чуть-чуть. Ну не сильно. Ехала я сюда и... Идет по дороге мужчина, думаю, удивительно, давно, наверное, идет, такой энергичный. Это Сергей Брунько. Да? Я думаю, знаешь, что правильно еду. Показатель, да? Сергей специально пошел, что-то. А я еще Маше говорю, правильно мы завернули или неправильно, но когда Сергея увидели, такое расстояние уже отмахало, так энергично, я думаю, все там. Вот это зарядился. Да, да. Там есть образ, когда описывается, что в родной партии, когда она стала партией большинства в России, там девушки в основном шли в депутаты, чтобы быстрее замуж выйти, а мужчины занимались своими родными поместьями. Там тоже Анастасия описывает этот образ будущего, поэтому она все-таки стала партией это и зарегистрированной. Описывал Мегре, он еще рассказывал, каким образом он получил эту информацию. Именно Анастасия предложила партию, когда шел разговор с Мегре. О том, что есть влияние политических партий. Она говорит, ну так свою создайте. Ну смотрите, в нашем случае получается, мы сейчас имеем что? То есть у нас база внутренняя, вот получается, у людей, созданная вот книгами, образами Анастасии. Но внешняя оболочка, с которой мы контактируем, это то общество и та система, в которой мы находимся. Поэтому нам сейчас нужно очень хорошо, скажем так, постараться, чтобы мы вписались в их, как говорится, требования, но развились как единый, полноценный, любящий организм. То есть это сейчас наша задача. Видите, еще момент такой... интересный. Вот родная партия на данный момент даже баллотировалась в президенты, даже по новостям показывали кандидатов. То есть и как распространение информации, о нашей идее, то есть уже нет такого отношения, как сектанты, потому что, ну, какие сектанты. Да, в любом случае расширение власти. Официальная власть, все, поэтому будет идти. Был период, когда я думала, как Наталья, вот честно. Я думала, вот зачем партия, да, то есть я в партии, но вдруг такие мысли были, что там так тяжело, там столько вот этого коррупции, вот этого бандитизма, что это очень сложно. Вот недавно мне пришло понимание о том, что когда мы делаем наше дело, не партийное, а именно наше дело, строим поместье, делаем нашу структуру, копы, им нужна реальная защита. А когда это официально зарегистрированная партия, то есть защита от внедрения каких-то либо претензий к нам. То есть это будет защита, элементарная защита в качестве того, что ты, например, как поместье начал делать, как человек. Ну, да? Они пришли бы где-то и сказали, вот извините, вот мы вот здесь вот китайцам уже продали землю. А когда это партийная земля, да, и когда это зарегистрировано все юридически, они уже не могут так сделать. То есть с этой позиции я считаю, что партия важна. Ты же знаешь, как деформируют всех, кто приходит во власть. Вплоть до магических ударов. Да, да. Ну правильно. Но опять же, здесь же получается на любую магию, то есть, грубо говоря, если мы входим, допустим, если у нас внутренняя... Со своей магией. Да, внутренняя сила очень большая. Внешняя магия никаким образом не повлияет, потому что если сбалансировано будет, а если, допустим, нет, то она продавливает и спокойно это дело все, ну, выводит на тот уровень, который, ну, системный уровень. В тот момент еще нам же не обязательно туда там. Все зависит от подпора. Мы как избиратели можем действовать еще и просто как команда. Ну, честно говоря, сейчас важно вообще нам создать команду, создать ядро, а потом уже заняться расширением, и тогда уже начнется подпор уже, ну, скажем так, большинства. Сейчас фактически мы создаем вот этот вот, ну, костяк. Команда.
команду, которая будет вот сейчас оботрется, и потом, а потом уже мы откроем, скажем так, дверь, скажем, люди, заходите, единомышленники, и подпирается уже ну, общим уже потоком. Так что все. Хорошие вот. Новости. Что то, что вы сделали, все равно уже сделано, а значит, вам помогает. Ну, и вас будут хранить и беречь. Но придется, наверное, очень сильно биться об этом все стены. Да. Все равно нет, просто постараться придется. То есть, да, ну, да, биться не надо. Ничего страшного. Плохого ничего все равно не будет. Ну, мы знаем, может быть трудно. Даже когда Мигрея сделал все наоборот, ему было трудно, а потом он все-таки вспомнил. Да, что... Вот, то есть все равно будет выводить правильно, и кто-то будет этим, ну, стараться вам помочь. Кто-то будет стараться делать обратное. И вот эти вот, вот вещи придется пройти, но это опыт. И мы-то видим. Вот по концовке плохого не может быть, потому что идея была хорошая и посыл. А главное, какой мотив, такая песня, какой мотив у вас внутри. Вот, да. Вот. Вот это важно. Почему и запустили, вот вы решили спросить все-таки каждого, что, кто. У кого какой мотив. Оля еще, да. Оля еще не говорила. А вот. Да, Оля, скажи, пожалуйста, ты постоянно на всех мероприятиях поддерживаешь, помогаешь. Скажи, почему ты это делаешь? Зачем тебе родная партия? Или там... Движение. Движение, извини, Щедров. Расскажи. Ну, я как бы тоже за объединение. Считаю, что это очень важно, в том, что мы должны научиться слышать друг друга, понимать друг друга и как-то усиливать положительные качества друг друга. Тогда у нас будет команда. Все. Обязательно положиться. Браво. Да. Ну, от меня только. Да. Спасибо. Спасибо. Так, ну что мы тогда будем делать? Ну что, голосование у нас впереди предстоит, ребята. Учредителю скажите слово. Друзья, давайте еще одно слово. Последнее, Ксения. Учредитель родной партии в Сибири. Да. Да. Ну, в Москве мы с тобой победили. Я в Новосибирске создавала региональное отделение. Ну, я считала, что мужчины должны это все возглавлять. Ну, как-то там это все так не совсем происходит. Полагалось на мужчину, в итоге там сейчас уже в полицию подали на одного из координаторов. Ну, я думаю, разберутся. А полицию это на кого подали? Ну, один там вроде как замещал деятельность, но подписывался человека, который уже забыл про эту родную партию, в Краснодарский край уехал. Mm-hmm. Вот, еще и документы сейчас потеряли. Сейчас проверка на ну, ну, я создавала для чего-то, да, для совместного сотворчества. То есть я пыталась сделать собрание, чтобы мы все там проговаривали, то, что видим, ну, то есть вот что нам не нравится, что мы хотим улучшить в окружающей среде. Такие собрания проводила, но или люди вообще не знали, что они хотят улучшить, или они говорили так, чтобы кто-то начал выполнять. Вот. То, что я делала, как-то тоже подвергалась критике, и я решила снять свои полномочия и уйти из этого дела. Вот. Ну, парень там подхватил, деятельность вел. Вот. То есть, во-первых, бережное отношение должно быть. Получается, активисты, они под дулом, так скажем, какого-то пистолета. Они тянут, им еще это сверху нагребают. Вот. Поэтому, ну и нужно не одному это человеку делать, там, активисту, а всем остальным, там, скажем, просто руки поднимать и говорить, давай вперед. То есть включать свою инициативу, свое творчество, это не обязательно может быть политическим. То есть я вижу это как общественная организация, которая работает в разных плоскостях. Кто-то идет в депутаты, кто-то, не знаю, газету делать, ну что, я могу делать эту газету. У меня сейчас в Кемеровской области есть газетка вот, от родной партии, мы можем показать. Мы можем что-то сделать свое, то есть информационную буклет. То есть Приморскую газету, да. Имеешь в виду? Да, Приморскую края, которые про поселение хорошая, будут говорить, да, про продукцию, про родную партию. Цветное, да, сделайте? Да, ярко. Покажи, кстати, у тебя же ну, есть. Ну, я сейчас все покажу, да, я все скажу. Вот, что я видела от родной партии, какая могла быть поддержка в распространении идеи, это вот есть барды, да, которые там и оргнагрузку несут, и всякую нагрузку несут, кроме того, что они поют, да? То есть вот их можно было бы разгрузить тем, что люди, которые ну, не могут это делать, но есть некая общественная организация,
Они могут на местах, скажем, маршрут некий выстроить, но тут не дали это делать. То есть детские сады, там школы, вузы, колледжи, да, вот этот маршрут проложили, все, бардам остается только вот спеться, там концертик составить и поехали. Вместо того, чтобы там продумывать, где им жить, там на что им ездить и так далее. То есть я это в родную партию кидала, там идею и ФКС, и там по региональным отделениям, что меня там дожучили, что этот ФКС делаю. Я взяла просто, но когда я туда вступила, я была в ФКСе там в первом составе. И к тому же еще и закон родных поместьях продвигала по автопробегам, да, то есть я видела, что закон уже идет, а тут еще народ ни сном, ни духом что-то еще там обсуждает. Я говорю, ребят, надо уже распространять информацию, сегодня не слышит, не слышит. Я скинула план действий по всем региональным координаторам и представила, что я федеральный координатор. За что меня там чуть ли... Подвергли критике. Да, мне там ошибку образного периода присвоили, три ФКС меня там третировали. Это Демидова. Ну, в общем, я им бычкой помахала, сказала, все, я им все сказала. Вот. Поэтому, в общем, работы много, просто я это вижу как штурм некий, как вот открытое пространство, да, что мы видим, деятельность родной партии, как мы видим. Кто-то видео снимает, да, там, может, какая-то группа вот по видеомонтажу собраться. Кто-то вот песни поет, кто-то газету делает, кто-то идет в депутаты. Кто-то поселение создает, и там какой-нибудь фестиваль, и туда привлекает, кто-то на экспо-ярмарке на какой-нибудь там. Ну, в общем, тут много вообще деятельности. Пожалуйста, они тогда официально должны в родную партию входить или нет? Да зачем? Не обязательно. Не обязательно. Конечно. Дело. То есть вот для системы можно выстроить эту структуру. 5 человек там этот совет, 3 человека РКС или кто-то проверяет. Все. И не расширяться. Все остальное это могут быть сторонники, которые мы не регистрируем, чтобы вот эту волокиту не делать. Конечно. И структура вот народовас, на 30-50. Но структуру надо все равно выстраивать. Структуру нужно осмысливать, а не так, что вот одни делают, значит, большинство ничего не делают. Они только говорят, что должны делать совет, а значит, ревизионная комиссия должна этот совет критиковать, там, вот как Бурдыков это делает, да? Тут за всех критикует. Это как бы вот структура старого мира. Если мы живем по совести, нам зачем вот эти РКСники, да, то есть, если я сделала газету, я смету представила, вот я туда уж денежки потратила, все это увидели, зачем еще какой-то орган, который там будет меня там контролировать? Если ревизионная комиссия, я тогда тебе, допустим, могу сказать... Нет, ну это может быть форма, но мы сами должны осмыслить, какая она форма. Сень, ты предлагаешь за дверями партии создать эту систему, но смотри, здесь какая штука еще получается, показательность. Допустим, партия, да, вот будучи сейчас небольшой, потом она открывает дверь, начинает себя убирать, выстраивает систему народовластия. Потом, допустим, она строится, народу становится уже много, допустим, да. Другие говорят, да, а где такие люди, которые там по такой системе народовластия живут? А вон та партия живет по такой системе. Он приходит, и действительно эта система здесь работает. Ну, так надо ее осмысливать. Нет, так я почему говорю? И официально это все закрыто. То есть, пожалуйста, имеете право, то есть вы существуете. Понимаешь? И получается, нет конфликта и противоречий. И получается, можно показать, вот они живут по такой. И когда партия станет действительно народной, а потом скажут, зачем нам другие партии, кроме этой одной? А я что-то не так говорю? Нет, просто я к тому, что не надо за воротами это делать. Это можно внутри партии. Да. Ну ладно, вы об одном и том же говорите. Внутри, что большинство пришло, послушало, нет, совет должен делать, ревизионная комиссия должна проверять, а где творчество, где сотворчество и радость. Понятно, просто говорю, сама партия. Просто в поселениях такой опыт, что возникла какая-то инициатива, есть ответственный, есть его помощник. Вот она группа, она работает. Все, так, к примеру, деньги конечно. Отдали, нет, ей все, эти вещи однозначно. Говорю, сама партия, чтобы расширилась до максимального. Вот, кстати, хорошая фраза, вот ответственный, да, вот да. Есть как бы инициативная группа, и там есть один ответственный. Это да. Не какой-то координатор. Там. И это будет живая структура, в которой вот возникла группа, она распалась, потом другая возникла, все. Так. Нету постоянного совета, который все должен за всех делать. Нету ревизионной комиссии, которая там должна проверять. А когда она будет творчеством заниматься, эта ревизионная комиссия? Ну, видишь... Каким-то своими проектами. Сенечка, тут какая штука? На самом деле... давайте проголосуем. У каждого свое предложение. Да, давайте, ребят. Это мое видео. Давай проголосуем, я в три уеду. Вот это. Так, ну вот смотрите, получается... Я предложение вношу. Сергей ушел. Я предложение вношу. Ну, я тогда себя... Это...
вношу в списки в РКС. Все отлично. То есть, получается, у нас сейчас список тогда, списочный сейчас, Падей Николай, Злобин Виталий, Савенко Александр, Тиханов Сергей, Евгений, я так понял, что ты... Карцавый Петр. Самоотвод. Да. Все, и тогда получается... Петя, а удобно тебе будет? Нам нужна именно... Я понимаю, я понимаю. Документы, я понимаю, я здесь все равно раз в месяц обязательно бываю. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, получается, у нас 5 человек. Буду ездить подписывать. Ну все, отлично. Потому что, а кто будет делать? Молодец, Петр. Давайте мы на кого-то будем. Не, ну если ты чувствуешь, что ты готов. Если ты чувствуешь, что это твое все-таки, и что не нужно тебе. А я говорю, здесь поставлю. Кто, если не мы, да, получается? Ну все, тогда вниз. Ну вы, ребята, все равно, вы, наверное, понимаете, что... На вас взваливается большая ответственность, и действительно, вы ту утерянную власть будете возвращать теперь. Так, что у нас там получается? 5 человек у нас получается сейчас кандидатов в Еще далеко, Аля. Да, уже, пошло дело. Дети наши будут. Смотрите, нет, у нас осталось очень мало времени, давайте голосовать. Единогласно. Мы сейчас координатора выбираем, и все. Все вовремя. Поэтому вот смотрите, я предлагаю все-таки оставить координатором Падея Николая. Я предлагаю вообще менять назвать его не координатора, а ответственный. Коль, подожди. Нет, и менять его нет. Каждый месяц, чтобы каждый, вот как в школе Щетинина. Сегодня он учитель, а завтра уже... Да мы из системы не... Мы сейчас системной. Вот смотри, есть внешняя оболочка, это системная. Для них нужен координатор. Сейчас ты для них координатор. Все, ты у нас главный. Подписываешь бумаги. Ты подписываешь бумаги. Мы не можем менять каждый месяц никого. Мы сейчас Николая разгрузим очень сильно. Мы сейчас все возьмем по части, допустим, какой-то, ну, какой-то деятельности, понимаете? У него нагрузки такой не будет. Мы сейчас его разгрузим. Скажет, а давайте я буду. По большому счету. Вот в чем дело. И поэтому здесь. А замена документов всех этих, это время, это средство, это лишняя волокита, ребят. Нам она, наверное, не нужна. Но я, допустим, как не усматриваю в этом необходимости. Ну, чисто можно я вот по прениям скажу, да? Вот, допустим, может быть, мне бы хотелось какое-то участие там принести, но я и так его принесу. Мне для этого не надо там быть координатором, еще что-то. Вот тема разгрузить, она понятна. Но у нас сейчас, у нас уже будут обязанности. Александр, да. Не перебивать. Да, хорошо. Вот. Но я так считаю, тем не менее, координатор – это лицо партии. Я считаю, все равно, как бы там ни было, система, не система, мы должны выбрать самого достойного вот здесь, в нашем кругу. Я на сегодняшний день считаю, что Николай на самом деле, я так сужу, по-простому, вот вернуть любовь в семьи. Вот Коля над этим работает очень серьезно. Взять меня, допустим, да, мы встретили друг друга, да, у нас хорошие отношения. Но мне сегодня еще много предстоит создать в плане там, комфорта, еще налаживания, решения вопроса с бывшими женами, понимаете? Вот если скажешь, координатор, какая любовь семьи? Да он 2 раза развелся там, понимаете? Все, вот для общества это уже понятно. Как бы все, уже пятно на партию. Я считаю, вот когда, знаете, я скажу, да он развелся. Тут придет моя бывшая жена, кто развелся? Да я его люблю больше, чем до этого любила. Ну, если в открытом, вот тогда, да, я могу пойти в координаторы. Понимаете? А пока этого по факту нет, мне еще предстоит это сделать. Поэтому я считаю, на сегодняшний день, я вижу, что Коля достоин именно вот дальше иметь право подписи, а мы ему все будем помогать. Ну вот. Виталий, это как вообще расценивать? Расценивать это очень просто. Я считаю, что ты вот работаешь как раз над главным. Любовь в семье. Секунды, если честно, у меня сегодня... Сейчас, Коля, 2 секунды. Сейчас это как раз относится... Давай сейчас быстро скажу просто. И подожди, дальше друг. Мы потом обсудим все остальное. Значит, смотрите, по работе партии. Значит, что сделала наша партия? Баллотировались мы в депутаты, чтобы партию всю не закрыли, каждый регион должен был баллотироваться в депутаты. То есть мы вышли на выборы, на гонку, то есть все, прошли все там барьеры, их Виталий занимался, молодец, ему огромная благодарность. Все, плюс во время выборов было распространение информации, наши идеи о родовых поместьях, многопечатной продукции. Все, мы это все прошли. Дальше проводим праздники каждый год.
Что еще? В 16 году распространяем депутаты, книги. Что еще? В 16 году в федеральные это шли в Государственную Думу баллотировали. Нет, Коля о себе говорит. Нет, не о себе, я о партии не, говорю. Об отделении, мы же отделение. Это же не мое какое-то, это да, наше общее дело. За отделение. Вот. Дальше, если о себе, ну, я считаю, что я как член родной партии, это все равно наше партийное общее дело. То есть и Виталий тоже к этому делу подключился. У нас созданы каналы в ютубах. Там на данный момент более 200 тысяч подписчиков. Это уже подписчиков. И более 40 миллионов просмотров наших роликов про родовые поместья. Это как распространение информации. Или ты ходишь на улице, каждому расскажешь. Или в свободной форме люди смотрят, видят поселение, поместье. Поэтому это тоже дело нашей партии, нашего региона. Плюс ездим на фестивали, снимаем фильмы, видео распространяем. Это все хорошо, но это все мало. Пока, то есть вы настоящую силу будете получать тогда, когда будете постоянно жить на своем родовом поместье. Потому что вот это вот основное. Если это вы еще не живете вот на своем родовом поместье, мы к этому подошли, Алена. Сейчас как раз Алена меня подвела к тому моменту, как я, когда я был на своем поместье, и Алена мне позвонила и сказала: Коля, приезжай, занимайся родной партией. Ты помнишь этот и момент? И вытащил тебя. Когда, подожди, когда я там роды, я говорю: Алена, какая родная партия? Мне роды надо принимать, тут второй ребенок. Она сказала: нет, надо заниматься родной партией. Я тебя оттуда вытащила, сама залезла на родовой поместье. Да, да, она меня выдернула. Так нет, в тот момент произошел такой момент, и меня прям информация такая шла от поместья. Ты понимаешь? Она говорит: я жил там, да, прекрасно, как в раю. Ну, понимаешь, тут у нас в тайге, я в тайге жил, в тайге и без тебя хорошо. В тайге тут и без тебя хорошо. Ты вон иди мир прекрасным делай, как он соседи. Наступит день, все отцы поймут, что именно они за мир в ответе, в котором дети их живут. Наступит день, каждый осознает, что прежде, чем дитя любимыми пусть, необходимо мир счастливым делать. И все, и я начал заниматься вот этим делом распространения информации, родной партии и т.д. и так далее. А теперь пришло время, когда дедушка говорит, всех, которые в родной партии, они должны все жить мы этим занимаемся. На родовом поместье. Да. Если вы не будете жить на родовом поместье, ну толку никакого. Опять-таки... Ну то есть получается тогда на 2019 год что мы делаем? Приоритетную задачу... Подожди, Александр Николаевич, ты перебиваешь еще отчет координатора, не мы. Не-не-не, так мы тогда сейчас тогда, получается, соответственно, согласно отчета, получается, мы тогда можем выдвинуть задачу, получается, именно направить свои усилия на создание родовых поместьй. Да, это, и это сейчас мы можем... Отличная идея. Поселений, да. Потому что родовых поместьй. Да, я просто уже... Я уже второй раз уже тогда говорю. Тогда, может быть, прощения. Нам каждому высказать, где бы он хотел себя применить в ключе родной партии в реальной жизни. Да, да. Для вот, реализации наших проектов. Каждый. Вот у нас как раз здесь мы же заявляем, что мы хотим что-то делать. Ну, давайте заявим каждый. Ты... Ребята, придет такое время, которое уже... У них поселение, они так уже так застроились, мы сказали: ну, ребята, ну отвалите, ну тут такие дела творятся уже на память, такая силища. Давайте-ка мы их в родную партию. Ну, не а что? Отставать нельзя, Талгина... а тех, которые уже. Смотрите, да? Талгина Света живет на поместье. К ней приехал губернатор, положил дорогу сделали. Да? А почему прописку к ней приехал? Хотят, потому что мы приехали, сняли про нее фильм. Ну да, получилось. Мы когда приехали, а ее не там. Не вы, это она тут уже. Нет, все. Понятно, что она. Мы приехали, мечтала помнишь? Она. Да, все мечтала. И, тут мы приехали, а ее как раз там что-то какие-то там проверки там были. Ну. Она сказала: ребята, я почувствовала такую силу. То есть мы тоже помогли в этом деле. Поучаствовали. Сняли фильм. Этот фильм увидела Приморское телевидение. Потом они приехали. Тоже про них сняли. Потом уже губернатор приехал. Это целая история. Поэтому... Вот. Тут на самом деле именно Света с Леней, они на своем месте, они в этом пространстве живут. И они эту силу стали проявлять. И она мечтала, что приехали, тут приехали мы. Мы вписались в ее мечту. С Ярославом Гуслером. Да, приехали первый раз, потом внезапно мне туда... Мы не досняли... Надо съемку доделать. Да, все, я понимаю. Второй раз выпадает съемка прям туда. Да, вы поместите. Да. По поводу, ну давайте просто я предлагаю это завернуть вот куда. Что я принял пример, что человек находится вместе силы и правильно находится. То есть он там живет полной жизнью. И уже власть, грубо говоря, ну не поклон делает, но на равных они общались. То есть приехал Кожемяка, попил кофе, говорит: блин, что я могу, говорит, для вас сделать? Я говорю: да у нас все есть, нам ничего не надо.
Говорит, ну может там корову подарить. Ну ладно, подарите, мы там ее подарим потом кому-то. Кстати, он подарил ей корову. Да, он подарил я корову. Я хочу уточнить по поводу закона без налогообложения. Все-таки многодетным приняли. Он подписал это. То, все, что просила Света, он все выполнил. А что закон какой там? Многодетных не облагать налогом на землю. Без там. Да? Да. Без... Отлично. Надо больше рожать детей. Да. Надо это становиться многодетным. Ну тогда получается еще... Ну если будет работать, увеличиваем семьи, детей рожаем, землю берем, там уже без налогообложения, там уже как будущее попадает. Попадаем, да. Ну, скажем, родная партия, наше движение «Звенящие кедры» провели уже два закона, да? Один по дальневосточному гектару. И второй вот этот вот... Что не облагается налогом, если многодетная семья, отлично. Это точно? Уже, это да? Точно? Что? Это уже реальный, Света сказала, я не знаю. Серьезные. Да. Вообще, круто. Да, о которых можно вот так говорить. Ребята, вот мы, наша партия, наше движение, «Звенящие кедры», уже вот два закона есть. Это здорово, это круто. Что так мало? О чистоте помысла. А в том, чтобы мысли свои ускорить, а таких не себе, а людям раздать. А взамен мы получим душевное равновесие, благость и, я даже не знаю, я для себя ничего не хочу. Я хочу, чтобы это было детям, вам, чтобы это было земле, потому что я ее слышу. Меня ударила молния летом. Меня аж отбросило к стене. Я после этого слышать стал индукцию земли. Я не знаю, почему-то я ее начал слышать. Представляете, вот такие чудеса не случаются. Я был на том свете. 20 лет назад меня убили, меня расстреляли. А я поднялся над землей. Вот, а меня... Такой, знаете, не было слов, а был вот как прогуживали, да, прогуживали. И мне там такое прогужение, у меня всего, вся вибрации, все. Что ты здесь делаешь? Ты должен там быть. И такое, мне так было стыдно, потому что мне это сделали с таким, как бы, это вибрации такие, гул такой был, очень многоголосый. Сотни миллионов голосов. И в этом гуле был и не одобрение, не осуждение, а не одобрение моих действий. И надежды на меня были возложены, а я как бы не оправдывал их. Мне настолько было стыдно, и я вернулся, и ну, продолжаю, вот, и хочу сделать земле приятно. Я хочу это, потому что я получу многократнее, не из-за того, что я корыстный человек, а из-за того, что мне это классно, меня прет от этого. Слушай, ну вот это получение, оно же может через людей приходить. Люди говорят, а чем тебе помочь? Согласен. А ты говоришь, мне ничего не надо. А это гордыня. Нет, я говорю, что... Я вам все отдаю, а сам ничего не хочу взять взамен. Кто может, я любого, вы знаете, я не знал, не думал, что у нас после пожара собрали коробочку такую, да, ну, вернее, не собрали, а сделали, заклеили, там сделали, ну, вот такую только коробку картонную. 25 тысяч в деревне собрали люди, 25 тысяч. Я не ожидал, был приятно удивлен. Я так благодарен им. И, ну, я не знаю, а чем я могу? Я отблагодарить могу только добрым словом. И, ну, конечно, кто мне придет, я сделаю, ну, со скидкой, там, что-то еще. Ну, я столярничаю. Вот. Конечно, приму все с радостью. Но я говорю, что мне ничего не нужно. Но если вы что-то... Я вот, пожалуйста, мне вот привезли уже... Леча уже сегодня привезла Минель. Вот, я с благодарностью приму, с поклоном. И я вам всем поклонюсь. Я научился кланяться солнцу. Я кланяюсь солнцу каждое утро. Налево и направо. И отсюда вот так. Солнце. И отсюда. Солнце. И вы тоже. Вы тоже солнечные люди. Вы солнечные. Когда строить дом начнешь, зови. Вот.
А может, я уже поместится, на поместье? Да, вот тоже думаю, может, разом на поселение? Да. На поместье я уже начал. Уже я землянку хочу там построить. Я уже выкопали мы там этот самый место, 4x4 будет небольшая, уютненькая, ну такая. Хочу. Я хочу ее сделать и вас пригласить. Есть потому что там... Будет поместье. Да, лисья нора. Будет лисья нора. С южной стороны большие стекла. Да, прям в пол. Пол, большие стекла, уже стеклопакеты, все уже есть, это уже все в голове, и, вернее, не в голове, стеклопакеты есть, а дилером по окнам. Поэтому я хочу что сказать. И делиться можно, мы можем саженцами друг с другом, это здорово, да, допустим. Там, да, вот приехал мне кто, мне Андрей помог, вот он читал книги тоже, но он как бы вроде единомышленник, но он ну, там йогой занимается, вот Сергей его хорошо знает. Вот, он мне приехал, он целый день мне помогал, разбирал завалы, вот, помогал. Потом ребята еще тоже, вот у меня там ребята, бригада строительная была, тоже они мне помогали. Накрыли мы столярку, сделали буквально, ну, не знаю, за 3 дня, наверное. Каркас поставили, все, стены пленкой обтянули. Ты я смог спасти станки вот эти, да? Не, я новое купил. Все это новое. Оборудование купил новое. На 380 промышленная вся. Поэтому. И вот все, у меня говорят, почему ты дом не строишь? Я говорю, ну вот есть, были у меня деньги, да. Но я бы дом начал, я бы все равно бы там не сделал бы все, потому что ну, денег. А я купил станки, и сейчас у меня заказов просто выше крыши. Ну правильно. Я сейчас это буду воплощать. Как это делаем? Общем, и предусмотрел комнату, вот именно вот такая будет комната у меня одна, чтобы все могли собраться, похороводить или там, допустим, собрание провести. Ну, мы проводили, мы вот как раз учреждали, когда парки официально, вот у меня проводили собрание. И там много, да, народу было очень много, человек, наверное, ну, 30, наверное, точно было, если не больше. Да нет, 30-то не было. Ну... Почему? Посмотри, и Вера была со своим мужем, с детьми была, Николай с Женей с детьми были. Много народу было, и непартийных было. Много очень было народу. Так, ничего, давайте. Что, ну давай песню. А, давайте, вот я хочу... И шапку, да? Свою песню, которую я начал, я, правда, ее не докончил, но она в нашу тему, мне кажется. Вот такая вот. В саду, в лесу, землю семечко несу, скажу ему, как землю я люблю, его люблю, надеюсь и жду, когда с новою зарей ты взойдешь, росточек мой, солнце согревай, дождь влагой напитай.